Так, в общем, я решила масло поменять на летнее, а то уже сколько она стояла до этого, бедненькая, 2,5 месяца, и до этого я уже меняла давненько. В общем, решила я все-таки заехать поменять маслице в АВС Авто. Это на Субсехском шоссе, в принципе, заезжайте, вот весь центр по замене масел. И не только, в общем, тут разный цех. Посмотрим сейчас, что там делают. Тут эта яма есть. Ремонтируем зайку мою. Так, у меня, в общем, вытекли амортизатор. Вот здесь левый и подшипник. Здесь стучит. Но так как они в паре меняются, в общем, надо 2 новых амортизатора и подшипник левый. Тихо, здесь мокрый. Пыльник привода, да? Просто... Непонятно, почему он. Ну как, лучше нету. Будем менять еще тормозную жидкость, много воды, так как влажность большая, нужно менять обязательно. Прокачиваем тормозную жидкость, уже последнее колесо осталось. В общем, вот такой вот у меня пробег, 210-790. Что почем не обошлось? Давайте посмотрим, сейчас мы проедем, тут сторона такая чересчур яркая. Так, смотрите, мне меняли жидкость, замена. Сейчас мы проедем чуть-чуть, потом мы тут стали неудачно, вот так вот встанем. Так, смотрите, тормозная жидкость, фильтр воздушный, масло ДВС, защита картера, демонтаж. Вот все услуги, стоимость, в общем. Вот, и теперь запасные жидкость, именно запчасти. Там было по работе, да, здесь было по стоимости. То есть вот 2 800 и 2, получается 2000 работы, 2 800 запчасти. Ну, примерно то на то и выходит. Хотя можно было, конечно, в гаражах где-то явно дешевле сделать, но... Я в Анапе не местная, искать гаражи какие-то не хочу. Здесь, видите, все серьезно, вносят в базу. Если какие-то проблемы, претензии, всегда можно предъявить. А в гаражах особо не предъявишь.